surpresa, né? Começa a ver muito o pai me ver já sentado, porque se eu já estou fazendo séries que valem os outros também, tá? Que estás bem. Não sei se é um problema. Советские лайнеры, вот у нас вот идентичен, похоже, Лермонтову и другим кораблям, которые я снимал уже в прошлых выпусках. Вот. Так, если... Ладно, давайте приступим к запуску. Я бы эти корабли показал бы, вернулся в Арсень, там гораздо проще, вот, но там чуть меня не загрузились, и вот, хочется показать первый симулятор. Вот, не дописывать кораблей, как у нас. Вот. На поразили, я уже взял уже после. Вот так вот у нас вот палуба, типа. Обычно все некое-то постоянно происходит. Ну, сейчас у нас... Так. Кажется, думаю, нам пора заканчивать видос. С вами был Майк Лак, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ждите новых видосов по этой игре, по другим, кстати, вот среда завтра у нас будет Россия, вот, ее ждите по ней обзор, а потом уже с 25 или 26 будет продолжение первого сезона, и через неделю, и потом уже будет неделя Виртуал Сейлор 7, и плюс, как его, и потом у нас уже через неделю будет второй сезон, посвященный речному транспорту. Там теплоходы и вот эти вот там катерки, как бы, вот эти вот метеор, там ракеты и так далее. Ну что ж, всем спасибо, всем пока, до скорого.